Привет, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в NAV Security Breach. В данный момент я нахожусь в подвале, меня каким-то боком сюда вообще забросило, я даже не знаю зачем. А ну-ка, что здесь? И как, ребята, я знаю, здесь нас кое-кто поджидать должен. Нажимаем на кнопочку. Ой-о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 й. Вы знаете, кто там? Вы знаете, кто там такой стоит? Это же... Минирина! Офигеть! Теперь она за место... Ой-ой-ой-ой, он идет сюда. Он идет, если мы на него не смотрим, если мы его не видим. Жесть какая! Крепота! Это Минирина, ребята, из прошлых частей ФНАФа. Смотри, если мы прям на голову не смотрим, то, в принципе, он просто идет дальше. Нифига, есть голова даже его! Офигеть! Зачем ты ко мне подходишь? Он ко мне не подходит, он просто идет дальше. Ой-ой-ой. Там еще стоят. Они живые. А вы живые, ребята. Пипец, как страшно. Здесь Минирина, ребята. И помимо нее... Здесь она не одна, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне страшно, ребят, здесь в этом подвале. О, они живы, они ожили. В этом подвале, ребята, этих Минирин просто не сосчитать. Их очень много. Зачем ты идешь сюда? Не ходи сюда. Не ходи сюда, маленькая. Блин, она идет сюда. Она каждый шаг делает. Я просто убегаю, ребят. Она вроде бы не идет дальше. Но при этом я чувствую, что мы сейчас нажмем на эту кнопку. Ой-ой-ой, идет дальше все-таки. Это кто? Чья голова? Робота! Они едят робичьи головы. Жесть какая! Зачем вы едите головы роботов? Я на кнопку нажать не могу. Проснулся еще один, еще там, сзади. Ай-я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 й
Я прячусь. В общем, ребят, полностью подвал захвачен минеринами. Это старые аниматроники, которые состоят не знаю из чего. Из каких-то непонятных палок до шарниров. Все, больше ничего в них нету, офигеть. Я слышу, как он ходит, но не вижу. Я хочу посмотреть. Мне страшно же. Ну, ты прошел, нет? Они вообще должны вернуться на свое место. Так, сидим пока здесь. Ой, как будто они рядом здесь ходят. Он как будто рядом ходит здесь. Уже то, что он ходит, это уже нехорошо, ребят. А ты откуда взялся-то? Уродец. Ты чё сюда лезешь? А ну вали отсюда! Закрой дверь с той стороны! Ой, урод! Ребята, меня сейчас съедят, походу. Он сюда не пошел, мне повезло! Он сюда не заходит. Вау! Вот это безобразие! Это просто пипец! Как же страшно играть на этом уровне. Это подвал, ребят, что вы хотели? То сосед прятал своих детей в подвале, теперь меня спрятали в подвале уже аниматроники. Ой-ой-ой, и здесь у нас Мундропик, тощий попик, Фреддик есть. И главное, что я не могу сюда позвать никого. Видишь, картинка какая. Спать нельзя. Здесь спать нельзя, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас он меня сожрет. Привет, Минерина. Видишь, я пока не возьму подарочек, он... Она не проснется, эта Минерина. Это как балерина, только Минерина. Нифига есть, когти какие-то кто-то понаоставлял. Здесь кто-то сражался, блин. Ух, ну что, подарочек-то забираем. Она сейчас проснется сразу. Готовьтесь.
Я проснулся. Проснулась и идет сюда. За что мне все это? Страшилка вся эта. Ой, ты такой быстрый. Ребят, он быстрый, я боюсь. Я пипец как боюсь. Спрятаться. А нужно прятаться вообще? А если я не буду туда смотреть? Он придет? Здесь мини-рина какая-то висит. Ой-ой-ой, ребята. Здесь нужно кнопку нажимать, иначе мы не выйдем отсюда. Ну и сейчас мы нажмем на кнопку, эти гады проснутся. Смотрите. Ой! А в клетках, кстати, они не проснулись. Ой-ой-ой. А что вы сюда идете? Не идите. Мне страшно. Я надеюсь, то, что они видели, то, что мы спрятались сюда, они не пойдут ко мне. Я, пожалуйста, я очень сильно прошу вас. Я просто умоляю. Они здесь. Ой, пипец, как страшно. Они проверили здесь все и пошли обратно. Интересно, они знают то, что я здесь сижу, нет? Если бы знали, скорее всего, проверили бы. И бы уже давно съели меня. Ну-ка, выходим. Наверное. Они не знают, что я здесь. Но проблема в том, что я не знаю, где они. За что все это мне? Посмотри, он там стоит. Вы что здесь стоите вдвоем, два дурачка? Вы что, можете сюда зайти? Не понимаю. Нет, зайти они сюда не могут. Они могут только увидеть то, что я сюда захожу, и все, и немножко поставить и пойти обратно. Фу! Это самый страшный уровень в этой игре, ребят. Самый страшный. Странно, что эта мини-рина больше не атакует меня, больше не... Да, она меня не видит, она спиной ко мне стоит. Офигеть! Она вернулась обратно и стоит спиной. То есть мы сюда спрятались, и у нас есть возможность сейчас вернуться. Просто вопрос только один. Где две этих мини-рины? Блин, мне конец, ребята, не с двух сторон. Они с двух сторон, мне конец! А что мне делать? Меня сейчас съедят, ребят. Отстаньте. Отстаньте, уродливые! Пипец! Там еще одна мини-рина. Пока-пока. Ой-ой-ой! Вон, они идут за мной. Они тупят. Они, кстати, дальше не могут пройти, офигеть! Мне повезло. Здесь, кстати, есть кнопка. Я так понимаю, сейчас та кнопка активирует вот этих вот мини-рин, которые сзади стоят. Офигеть, как страшно! Но здесь у нас прикольная, кстати, комнатка такая. Телевизорами. Везде мундропик. Говорит всем, чтобы спать ложились. Так, ну ладно, нажимаем. Они не активировались, ребят. Они активировались, просто я не видел. Либо другие какие-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Валите отсюда, валите. Блин, я не смогу их прогнать, получается, да? Блин, мне здесь нужно еще одну этот, по карточку взять. А карточку не смогу взять. Ладно, я прячусь. Я не знаю, он сейчас пройдет мимо. Я же на его глазах прям спрятался. Сейчас, ребят, может быть скример, готовьтесь. Я слышу, как там кто-то ходит, я слышу, как происходят какие-то действия. Ну здесь-то никто не ходит. Я надеюсь, вот эта вот фигня белая, то, что я вижу, это не голова. Мини-рины. Ой.
Мне конец, ребят. Я не знаю, где они где-то близко. Я пытаюсь вообще молчать, потому что мне страшно говорить. Ну и чего? Блин, сейчас вылезу, они прямо здесь будут стоять. Ну это ж нечестно. Уходите! Мне еще нужно в эту комнату заходить, вы в курсе? Вы в курсе, что в комнату нужно заходить, а там брать еще эту фигню, потом бежать? Но здесь хотя бы выход сразу есть. Я боюсь найти, на Е нажать, потому что сейчас они вылезут и все. Они там почему-то стоят. Ладно, я захожу. У меня закрылась дверца. Смотри, сколько минерин. Нифига себе, здесь сколько всего. И, кстати, их запчасти лежат. Вот сам ключик. Пропуск. Карточка. Минерины здесь, кстати, они не взаимодействуют ни с чем. Здесь вон всякие чики, всякие бомбони. Голова минерины. Смотри-ка, голова минерины и шары для боулинга. Может быть, они вместе все? Я нажимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А! Это конец! Это конец! Мне конец, ребят. Я не могу смотреть во все стороны одновременно. Они меня окружили, надо было вправо сразу идти, там за спиной. Он меня бы все равно съел бы, догнал. Я просто видел, что там был справа. Я так и знал, что в подвале, ребята, нам делать нечего. Я знал, что подвал нас сожрет целиком просто. Это пипец как страшно. Это самый страшный уровень в этой игре. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забываем подписаться на паблик ВКонтакте. Ссылка в описании, чтобы канал, это была игра FNAF Security Breach. Будем дальше искать какие-нибудь страшильные моды, страшильные уровни. Может быть, еще кого-нибудь поставим за место этих минерин. Так что можете писать в комментариях, что вы хотите увидеть. А с вами был Лег. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Это была игра FNAF Security Breach. Всем добра.